Также в рамках форума было подписано соглашение с Камчатским краем. Это поможет осуществить планы, которые ранее обсуждали с губернатором края Владимиром Солодовым. По поручению президента России Владимира Путина в двух наших регионах реализуется масштабный проект, который направлен прежде всего на сохранение фауны. Так, на Камчатке строится центр по разведению и реинтродукции соколов, а в Калмыкии будет создан трофейный питомник для возвращения в степи птиц, занесенных в Красную книгу. Камчатский край и Калмыкия находятся далеко друг от друга, но у нас много общего. Такое соглашение станет символом дружбы и взаимодействия, чтобы наши регионы по разным направлениям обменивались опытом и развивались. Уверен, в будущем мы сможем быть интересны друг другу и в сфере культуры и туризма. Благодарю коллегу и друга Владимира Викторовича за наше сотрудничество, поделился Хасиков.